Трехсотлетняя история Российской империи подходит к своему бесславному концу. Российская империя всегда вела имперскую колониальную политику по отношению ко всем народам, населяющим Россию и Южный Кавказ. Мы, армяне, как никто другой, знаем, что такое имперская политика России. Орел проживания армянского народа. За 200 лет российского ига сократился в 10 раз. Мы поплатились жизнью более 2 миллионов наших соотечественников. Великий русский поэт Михаил Лермонтов так говорил о том, что ждет Россию в ближайшем будущем. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь грим прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь. Когда детей, когда невинных жен не свергнут и не защитит закон, когда чума смрадных мертвых тел начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать, и зарево окрасит волны рек. Вот к чему ведет Владимир Путин Россию. Вот что ждет Россию в ближайшем будущем. Армения оторвется от России. Армения встанет в ряд цивилизованных государств. Армения больше никогда не будет под российским игом. Прощай, Юрий!